Девочка симпатичная. Сегодня на завтрак. Боже. Костя, скажи, что думаешь об этом? Я думаю, что ноты нашлись, и будет все хорошо. Спонсоров привлекли, слышал? На все Костя привлекли. Особенно в отношении спонсоров. С ним надо быть очень аккуратным. Thank you.
папа или Фиркуз. Либо если какая-то совсем другая, поскольку, в принципе, наша задача пройти нормально, начать с того, что за концепцию гала-концерта отвечал дирижер Владимир Юровский, известнейший в Европе и Америке интеллектуал, проповедник современной музыки, любитель сложных концертных программ, в Петербург приехал впервые. Программу сегодняшнего гала составил сам, учитывая пожелания оперных звезд Рене Папе, Милы Шикова, сопрано из Швеции Карен Таурин, Сергея Лейферкуса и Елены Образцовой. Меня этот формат не устраивает принципиально, и бери мой простой телефон. Оркестр Михайловского театра все это незнакомый репертуар, поэтому Владимир Юровский репетирует здесь с середины июня. Работу оркестра облегчает уникальная акустическая раковина, спроектированная в Англии. Во всем мире. И вот, наконец, первый раз это появилось в Российской Федерации. Делают для концертов оркестра в сценическом пространстве делают так называемые акустические раковины. Thank you.